Всем привет, меня зовут Алсу Тагирова, я нахожусь в историческом парке «Россия. Моя история» и расскажу, почему его стоит посетить. Это не просто музей, это комплекс исторических парков, расположенных в 23 городах России. Благодаря им краткий курс нашей истории можно изучить без скучных учебников с применением современных технологий. Здесь есть возможность не только смотреть, но и читать, слушать, проверять свои знания в викторинах, трогать и управлять разными экспозициями. На первом этаже расположены две постоянные выставки, посвященные династии Рюриковичей и Романовых. И мы отправляемся на второй этаж, чтобы более подробно изучить временные экспозиции. Выставка «Вспомним» — это рассказ о Великой Отечественной войне. 11 залов связаны между собой единым сюжетом, а повествование ведется от первого лица и рассказывает о том, как война изменила жизнь простого народа. Выставка оформлена в черно-белых тонах, а современные технологии помогают усилить эффект погружения в историю. Пратель, который проверял, насколько хорошо заправлены постели, и если они были заправлены плохо, этих людей просто начинали избивать. Вторая выставка посвящена не историческому периоду, а конкретному человеку, вошедшему в историю благодаря своей деятельности. Это уральский разведчик Николай Кузнецов. Многие факты из его жизни до сих пор неизвестны или имеют несколько версий, поэтому посетители могут примерить на себя роль следователя и найти факт за фактом. Две эти выставки пробудут здесь до начала марта, а затем будут полностью демонтированы и на их месте появятся новые. Парк полностью оборудован для людей с инвалидностью. Посещение для них бесплатное. А в рамках проекта «Особый тур», направленного на развитие инклюзивного туризма, регулярно проводятся экскурсии с гидом. В исторический парк «Россия. Моя история» нужно приходить с друзьями и семьей, потому что важно знать и помнить о тех людях и событиях, которые были до нас. А в наше время есть возможность изучать историю интересно.